Праздник, я так это расцениваю. Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал ближе к Одессе. Мы ближе к этому региону благодаря тому, что лучшая авиакомпания в мире, Катарские авиалинии, зашла сегодня в Одесский аэропорт. Зашла в Одессу. Это своеобразное признание нашего аэропорта, нашего пассажирского терминала, потому что прежде всего при выборе города, аэропорта в Украине смотрели на качество предоставляемой услуги и, конечно, состояние взлетно-посадочной полосы, которое мы наконец-то построили, сделали. И сегодня все больше и больше открывается рейсов, связывающих Одессу со всем миром. Те задачи, которые мы ставим перед собой, и мы постепенно идем к воплощению нашей цели или поставленной цели, это стать вторым по количеству пассажиропотока аэропортом в Украине. Мы сегодня находимся, аэропорт Одессы, на четвертом месте. Я думаю, что в самое ближайшее время мы опередим и Львовский аэропорт, и аэропорт Жуляна. Такая цель стоит перед аэропортом Одессы. Для нас это расширение пассажиропотока, для нас это туристы, для нас это рабочие места, потому что чем больше будет туристов, тем больше будет рабочих мест в Одессе. То есть, как я уже сказал, я расцениваю это как праздник, и очередная победа за рынок, за привлечение туристов, за привлечение инвестиций в том числе. Самое главное, что сегодня ведущая авиакомпания мира, она рассматривается сегодня как своеобразный знак качества. Знак качества в авиаперевозках и предоставлении всех услуг с этим связанных. И сегодня знак качества, компания, определенная как знак качества в этой сфере деятельности, находится в Одессе. Это говорит, что и мы соответствуем этому знаку качества.